очень часто встречается задание по приведению одночлена к стандартному виду. Например, 9y y квадрат y. Надо привести к стандартному виду. Что для этого делаем? Ну, во-первых, девятка у нас одна, мы ее переписываем. А теперь мы напишем букву y и начинаем считать степени. Первая степень, вторая и еще раз первая. 1 плюс 2 – 3 и плюс 1 – 4. Почему я складываю? Потому что при умножении степеней показатели складываются. Значит, мы получаем 9y в четвертой. Возьмем пример посложнее. 0,15 pq умножить на 4 pq квадрат. Итак, ну для начала мы 0,15 умножим на 4. 4 умножить на 5 это 20. 0 пишем 2 в уме. 4 умножить на 1 это 4, да 2 в уме это 6. И у нас с вами два знака после запятой, значит 0,60. Ну, 0 на конце, конечно, можно зачеркнуть. Теперь мы приступаем с вами к определению степеней. P в первой и P в первой при умножении степеней показатели складываются, получаем P во второй степени. Q в первой и Q во второй, всего Q в третьей, значит мы получаем Q в третьей степени. Значит, обратите внимание, я пишу единички, на самом деле они только подразумеваются, писать их не надо. Итак, получили 0,6 p квадрат q в кубе. Теперь мы с вами рассмотрим еще один вариант со знаком минус. 10 a квадрат b квадрат умножить на минус 1,2 и умножить на a в кубе. Итак, сначала мы определяем знак. Конечно, это минус. Далее, 10 умножаем на 1,2, получаем 12. И теперь работаем со степенями. Вторая и третья степень получается пятая. А в пятой. Ну, а b тут только одно, то есть b в квадрате.